Так, всем здравствуйте на моем канале. Вот хочу показать, как намотать леску на катушку от мотокосы. Вот берем леску, слаживаем вдвое и оставляем. Так, один конец дольше, другой короче. И леску нужно наматывать по часовой стрелке. Вот, так как катушка крутится в эту сторону, леску обратную. И вот намотали леску, видим, один конец дольше, другой короче. Зачем я так делаю? Вот запихиваем эту дырочку, один конец короче и дольше в другую, и оба конца одинаковые, и вставляем в барабан. Вот зачем эти дырочки, видите, вставляем и собираем катушку. Вот так. Вот еще одна, совсем другая. Ну, все то же самый принцип. Наматываем по часовой стрелке леску, запихиваем эти дырочки и вставляем эти отверстия. Здесь такие есть. Одно и другое. Вот, собственно, что хотелось показать. И собираем нашу катушку. Вот так хотел показать. Все. Всем спасибо за просмотр.